Меня спросили, почему в наше время так мало христианских семей хороших. Даже само понимание и понятие о семье, оно, к сожалению, у нас, европейцев, выветрилось. И я вот считаю, что если бы вот от моей воли зависело, я вообще всю политику государства бы, все образование бы перестроил на то, чтобы семья стала вообще главным вопросом бытия каждого человека. Ну, а так как такой возможности нет, приходится рассказывать об этом, делиться своими наблюдениями. Бог создал человека не как личность, не как индивидуум. Бог создал человека как семью. Действительно, человек, как мы его знаем, это есть трехипостасное существо. По существу человек един, но пребывает во Вселенной в трех лицах. Первое лицо – муж, второе лицо – жена, третье лицо – дитя. И как Бог есть любовь, и прежде сложения мира, и до сих пор Бог пребывает в любви. И эта любовь, она между лицами Пресвятой Троицы. Нам трудно себе представить, какая была первая семья человеческая в раю, потому что мы там не были. Но мы знаем из Писания, что Бог сотворил, как сказано, мужчину и женщину сотворил их. И вот мимо этого тоже как-то проходит сознание, и больше людей, и это тоже понятно, потому что мы все грешники, нас больше всего занимает история грехопадения, как это произошло, как дьявол нашел слабое звено, именно женщину, и истинный миф откровения, в котором раскрывается вот этот механизм грехопадения, что дьявол действует через то слабое, что есть в человеке. Но сам человек – это Адам и Ева. Они вместе в этом участвовали. Хотя и говорится о том, что Ева взята от Адама, но с точки зрения райской жизни это же прошло совершенно одновременно. Нельзя сказать, что прошли там тысячи лет, прежде чем появилась там Ева. И более того, в защиту этой мысли выступает вообще очень многое, что существует в нашей природе. Потому что мужская особь и женская, и их потомство есть даже у насекомых. Поэтому то, что мы сейчас именуем браком, это как раз возвращение к тому, что было задумано Богом о нас. Богу было угодно, чтобы человек, как тварная троица, плодился и наполнял землю. И возделывал эту землю. И вот тот рай, который дал ему Бог, я так думаю, он распространил бы по всей земле. Но как грех вошел в первую семью человеческую, у них была такая возможность в силу той свободы, которую Бог дал человеку. И некоторых это, конечно, возмущает. Поэтому время от времени возникают такие социальные всякие утопии, коммунистического плана, о том, чтобы человека лишить всякой свободы и отнять у него детей, и устроить на научных основах вообще жизнь человека. И ясно, что вот такие мысли о том, кто такой человек, о том, что это индивидуум, что у него есть права, и так далее. Они источником имеют, как это ни прискорбно, то существо, которое хочет уничтожить человека. Человека именно как тварную троицу. А почему так?
Но потому что если уничтожить семью, человек теряет образ Божий. Человек, потерявший образ Божий, он не человек. Потому что недостаточно быть человеком биологическим, недостаточно быть человеком образованным, потому что у человека, помимо всего прочего, есть бессмертная душа, которая нуждается во спасении. Потому что эта душа больна грехом. И поэтому попытка уничтожить семью и соглашение с этим, приятие этого, это стремление просто к смерти. Все то, что общественным сознанием воспринимается как благо, например, вот такие известные лозунги французской революции, как «свобода, равенство, братство», воспринимается как благо. Представим себе, что все люди равны. К чему равенство приводит? К тому, что нет сильных и слабых. Даже заботу о ближнем берет на себя государство. То есть не надо вообще ни о чем думать. Если ты сирота, в сиротский дом. Если ты инвалид, значит, ты идешь в специализированную больницу, дом инвалидов называется. Если ты старый, ты в дом престарелых. Если ты сумасшедший или, не дай бог, родился Дауном, ты идешь в дом инвалидов для психохроников и так далее. Ты распределен заранее, находясь в этой системе, ему нет возможности даже проявить милосердие. Очень грядет на нас тоже такая напасть в этом же контексте. Электронные деньги. Сейчас ты можешь подать нищим, а когда у тебя будут электронные только деньги, это не будет возможно. И многое другое. И вот за годы советской власти очень многие люди, они вообще отвыкли от самой возможности. У них нет никакого навыка и умения, и ни желания, ни охоты, например, помогать ближнему. В чем причина? Идеологически в равенстве. Апостол Павел утверждает, мы, сильные, должны немощи немощных носить. Богу в его замысле о нас очень важно, чтобы богатый помогал бедному, чтобы здоровый помогал инвалиду, чтобы молодой помогал старому, чтобы взрослый не бросал детей и их взращивал, коль это его дети. А если не обретаются родители, чтобы другие взрослые с охотой взяли это на себя как главное дело жизни. Потому что для каждого нормального биологического существа самое главное – это другие биологические существа такого же отряда, семейства, и прочее. Что в человеке это не наблюдается. Если у животных это есть на уровне инстинкта, то у человека это во многом выветрилось. И аналогичные процессы идут и внутри самой семьи. У нас в нашей стране, говорят, количество разводов больше, чем где бы то ни было. Потому что, собираясь создать семью, люди не знают, как это делать. И причем и негде научиться. И я еще не встречал ни одного психолога, который бы вообще знал бы, что такое семья. Знал бы такие фундаментальные принципы, по которым Бог ее создал. И вообще, что он хочет от человека.
То есть человек не знает вообще волю Божию о семье. Поэтому семейная жизнь для большинства становится таким неким кошмаром. Единственный способ его закончить – это прекратить бытие этой семьи. И кошмар – это настолько велик, что не удержит ничто, ни любовь к детям, ни еще какие-то соображения, там, материальные, потому что разрывают браки и с миллионерами, что просто невыносимо. И вот в силу того, что не знают того, что есть семья и что есть замысел Божий, и вообще, зачем Бог придумал так сложно? В нашей природе земной существует еще два механизма размножения. Это клонирование. Не надо думать, что это только есть само слово «искусственное клонирование». Употребляется, но ведь есть же и натуральное клонирование у некоторых живых существ. Я не буду на этом останавливаться. Нам более знакомо то, что мы в школе проходили. Это деление. Простейшие существа, амеба, все мы помним, она размножается делением. Но вот Богу потребовалось создать человека по своему образу и подобию. И вот начинать нужно с этого. Если человек не верует в Бога и не знает его, то понятно, что он безумец. С ним о чем-то говорить, собственно, бесполезно. Все разговоры только могут вестись к тому, чтобы хотя бы вызвать у него какой-то интерес к жизни, какой бывает у детей. Вот недавно, в субботу, я с одним мальчиком поговорил. Тот мальчик, про который говорит, хороший мальчик. И вот он меня спрашивает: я не знаю, зачем я живу. Я говорю: молодец. Потому что очень многие взрослые люди, они над этим не задумываются. 12-летний отрок задумывается. Так вот, если говорить с человеком, который не знает Бога и не знает откровения Божие, говорить, собственно, бесполезно. Нужно просто хотя бы натолкнуть его на этот вопрос. Собственно, зачем ты живешь? Потому что вне Бога никакого смысла жизни нет. Нет никакого патриотизма, нет никакого смысла в искусстве, нет никакого смысла в детях, нет ничего. В «Бессмертном романе» Наполеон смотрит на убитого офицера у знамени и говорит: вот славная смерть. А можно встать сапогом ему на грудь и сказать: ну и где твоя родина? Ну и кому это все нужно? Ну тебе не все равно, Москва, она будет столица Франции или столица Португалии? Ты-то где? Вот знамя это, оно сейчас в грязи лежит. И твои белые панталоны, они все в грязи. Сейчас мы тебя закопаем в братской могиле. И ни папа, ни мама, ни твои девчонки бесконечные, они даже не узнают, а где тебя черви едят. Ты что-то там защищал? Это имело смысл только пока ты жив и пока был шанс тебе выиграть. А когда ты пробитый лежишь тут насквозь, никакого смысла нету. Нету, и его правда нет. Какой смысл, если человек умер и вырос лопух, вообще что-то здесь делать? Никакого смысла в этом нет. Поэтому человек, который потерял Бога, он и теряет смысл вообще в жизни. И у него остается что? Есть у нас такой инстинкт, который есть страх смерти, который есть и у амебы. Мы знаем, что жизнь – вещь такая тяжелая. И если человек трезво мыслит, и помимо страстей, которые он постоянно стремится удовлетворять, он думает, собственно, зачем мучиться?
Есть только два выхода. Либо прекратить это бесконечное страдание, либо куда-то уйти из него. Ну, куда можно уйти? Ну, у русского человека самое простое – напиться. При известном привыкании, когда организм перестает уже бороться с алкоголизмом, он получает такое некоторое блаженство, такую ослабу. И вот большинство идет этим путем. Ну и так можно сейчас разобрать все эти дорожки, по которым человек уходит. Потому что нету выхода в этой жизни. Там, ну не пей, хорошо, не пью. Я проживу там на 15, на 20 лет больше. А что? Когда человеку 80 лет умирает, или как 60 лет умирает, это что, ему легче, что ли, умирать? А 80 лет ты уж не так будешь, собственно, сильно соображать. Так и я сейчас напьюсь и не буду так сильно соображать. И мне будет как бы все равно. Без Бога жизнь совершенно бессмысленна. У Бога же замысел другой. Бог-то приготовил человеку к бессмертию. И вот ради этого бессмертия Бог и создал человека как Троицу. А ведь любой человек, академик Гинзбург и Серафим Саровский, они все пребывают в бессмертии, независимо от того, были с Богом какие-то взаимоотношения или не были. Человек бессмертен всегда, потому что душа его неистребима, это такая субстанция. Но жизни в вечности у всех разные. Так вот, и главное, и очень естественно, потому что ну, для человека естественно пить воду, а неестественно пить синильную кислоту. Поэтому Бог приуготовил человека как семью, потому что семья – это есть уже для падшего человека школа любви и возвращение к Богу. Но пойдите в любой ЗАГС от Калининграда до Чукотки и спросите у молодых людей. Вы вступаете в брак, вы хотите вернуться к Богу, вы хотите достичь совокупности всех совершенств, в которой есть любовь? Нет. Они ничего об этом не знают. Если, не зная броду, лезть в воду, то человек тонет. Поэтому, если у кого-то еще семья сохраняется, это скорее чудо. Для наших дней это совершенно такое нетипичное явление. А развод – это как раз самое, что ни на есть, ну, обычная история. Хотя это всегда разрыв, душа прямо обливается кровью, потому что детям наносится такой психологический удар, который могут пережить, и выправится только 93% детей, как говорит статистика. А остальные становятся психическими инвалидами на всю жизнь. Кому-то удается и в более старшем возрасте. Вот, но все равно это не человек, достигший ну, того, что Господь к чему призывает. Ну, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас. Каждый человек хочет покоя. И самое частое вообще пожелание человека – это оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое на работе, оставьте меня дома. Ну, оставьте меня в покое. И человек хочет найти этот покой. Но, к сожалению, он только в одном месте. Он есть в руках Божьих. Нигде этот покой больше нельзя найти. И вот та любовь, которой Господь хочет, чтобы мы все достигли, она более всего органичнее всего достигается через семью. Но есть одна очень важная проблема. Мы все люди грешные. Что это значит? Это значит, что наша природа, созданная Богом, Отцом нашим Небесным, который нас создал по любви и создал для любви,
и свободу дал нам по любви. Даже древние римляне, они заметили, что любить вообще может только свободный человек. Поэтому раб, если заключал брак, его отпускали на свободу. Потому что понимали, что любовь, она только со свободой может сочетаться. Они как-то интуитивно это прозрели. Поэтому Бог и создал человека свободным, чтобы человек имел возможность, имел шанс полюбить Бога так, как и Бог полюбил человека. Что даже Сына Своего Единородного не пожалел, чтобы спасти человека, когда он вот попал в эту беду, соблазнился от дьявола, и его вся природа повредилась. Каждый человек, пусть для вас не очень это страшно звучит, он является извращенцем, потому что все наши чувства, они искажены таким образом, что имеют противоположную направленность. Потому что, понятно, Бог не мог сотворить ничего плохого. Все, что он сотворил, он сам посмотрел и сказал, что это вообще добро зело. И человек в том же добре. А человек лучшее из всего того, что Бог сотворил. И в то же время мы видим, что более мерзопакостнейшего существа вообще, собственно, и нет. Любое животное, оно фору даст в нравственности любому человеку. Ну, для примера. Вместо любви – себялюбие. Вместо щедрости – жадность. Вместо сорадования – зависть. Ну и так далее. Вот все чувства, они не только перевернуты, они имеют прям противоположное направление. И некоторым иногда в голову приходит такая мысль, что ну, этот человек в результате вот такого окружения он получает на улице. Вот эта улица его испортила. Интересно. А если у матери двойня, она берет кормить грудью одного, пчу второй орет. А потому что завидует. Не, что спокойно подождать своей очереди. Чего он орет-то? А у него зависть. Почему он первый? Это уже природа наша. Такова теперь. В результате того, что Адам с Евой отпали от Бога. И потеряли возможность общения с Богом напрямую. Что об этом сказано, что они были изгнаны из рая. Теперь, чтобы вернуться в это состояние, нужно туда двигаться. Иначе сказать, это совершать подвиг. И вот главным подвигом для человека на земле, это является создание семьи. Таков замысел Божий. И вот создание семьи, что в дальнейшем получило и новое развитие. Когда Христос пришел в мир. Вторая ипостась Святой Троицы, Сын Божий, он сказал, что семья – это есть домашняя церковь. И древние отцы говорили, что Бог прежде создания мира уже имел план церкви. Мы можем сказать, что Бог как бы знал, что человек падет, и тогда для этого он создаст церковь, через которую человек может опять восстать и вернуться к Богу, через Сына Божия. И вот Христос и говорит, что семья – это домашняя церковь. И в силу того, что для нас уже Бог не трансцендентная фигура или некий дух, который не есть даже фигура, которого вообще никто никогда видеть не мог. Что мог Авраам сказать о Боге? Ну ничего, то, что он есть, и то, что он говорит с ним. Но с пришествием Иисуса Христа мы знаем, какой Бог. Иоанн Богослов говорит, да мы его осязали своими руками. И он создал церковь, и мы, как члены церкви, мы немножко понимаем, что такое церковь. А церковь, она состоит не из индивидуумов, церковь состоит из семей. Церковь – это организм.
И каждый организм живой, земной, он состоит из клеток. И вот эта клетка – это семья, а не индивидуум. В каждой семье, в каждой малой церкви есть отец, который есть священник Бога Вышнего. Есть мать, которая есть, осуществляет диаконическое служение. Она во всем ему помощник, что полностью соответствует откровению Божию. И Бог и женщину сотворил именно как помощника мужчин, мужчине для этого. А, и сказал, что нехорошо быть человеку одному, потому что если он один, ему как бы любить некого. Человек может любить собаку или там, попугайчика, вот, но понятно, что это не та любовь. Любовь может только между равными. Ипостаси между собой равны. Никто не может сказать, что сын меньше, чем отец, или дух меньше, чем сын. Нет. Троица единосущная, нераздельная, все три лица равны. Никто не может сказать, что мужчина выше, чем женщина. Отнюдь. Или там, что дитя ниже, чем мать. Вообще цель какая у церкви? Почему Господь Иисус Христос заговорил о церкви? А церковь – спасение. Спасение от чего? От греха. Что такое грех? Для большинства людей, которые приходят к нам в храм, грех – это что-то не то съесть. Или что-то там в этом роде. Там, опоздал на службу, не дочитал. Молодец. Там, рассеянно молился. И это можно говорить без конца. Делом, словом, помышлением, объединением, пьянством, тайным деянием, празднословием, унынием и так далее по тексту. А грех – это есть извращение природы. Что такое грех? Это вместо любви у меня себялюбие. Вместо щедрости у меня жадность. Вот что такое грех. Потому что у Бога этого нет. Если человек хочет вернуться к Богу, то он, как апостол говорит, в вас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе Иисусе. Ты должен вот чувствовать то же самое, что Христос чувствовал, глядя на небо, глядя на барашка, глядя на комарика, глядя на человека, глядя на женщину, потерявшую ребенка, глядя на рыбаков, которые остались без улова. У тебя должны рождаться те же чувства. А у наших детей какие чувства рождаются, когда какой-то мальчик бежит и упал? Шлепнулся. Вот какое чувство. Злорадование. То есть это чувства просто бесовские. Радуются злу. Они так уже воспитаны, они еще маленькие, они уже смеются чужой боли. А должно быть первое броситься и поднять, а потом утешить, потом приласкать. А потом, если ножка болит, взвалить на себя и отнести домой. Вот должны какие рождаться чувства. Вот это грех. Вот это то, что отделяет от Бога. И это может быть воспитано только в семье. И только при одном условии. Если и папа, и мама не просто любят, ну как друг друга, глазки, носик, ротик, ушки, шейка, плечики, там волосики, улыбка, там какие-то еще таланты или деньги, которые он зарабатывает и все прочее. Дом, в котором он живет, а нечто совсем другое. Эти два человека должны взяться за подвиг создания этой семьи на пустом месте. Ну, может быть, какую-то базу и создадут родители там, но это совсем не обязательно. То есть они из того начального чувства, которое они питают друг друга, вот они друг другу понравились. Я сделаю предложение. Предложение о чем? Давай создадим семью. Не попробуем создать, там, что получится. А давай вот с сегодняшнего дня и до последнего нашего вздоха, давай, пойдем на этот подвиг.
А дети в домашней церкви – это тот народ Божий, которым мы должны в благодарность Богу за то, что Он нам их дал, вот эту радость материнства, отцовства. И более того, Он нам, Бог может каждый год давать эту радость. Еще раз, еще раз. Наше сердце будет расти для любви, и мы все больше и больше будем эту любовь дарить. И это главное, смысл жизни. Все остальное приложится. И вот если два молодых человека, вдохновленные верой, потому что понятно, как, не будучи христианином, можно создать домашнюю церковь. Это просто невозможно. Потому что семейная жизнь, она требует постоянного самоотречения, самоограничения. Она требует очень больших трудов. Современный человек, ему даже трудно это выдержать. Он просто для этого слишком слаб. И всячески отлынивает. Ну, как отлынивает, тоже не будем сейчас это разбираться, потому что поскорее выйти на работу, ребенка бабушки, кто побогаче, значит, няню, потом 28 тысяч нянь, одна плохая, другая группа, третья ребенка бьет, четвертая димедролом поет, чтобы он спал, и так далее. Ребенка-то не нужны твои эссе. Ребенку нужна мать, ему еще больше нужен отец. И как же ему нужны братья и сестры? Потому что он, не имея в достаточном количестве братьев и сестер, он будет их искать на улице. И кого он там найдет на этой улице? Он найдет только тех, кому дома плохо. Потому что кому дома хорошо, он на улице не пойдет. И это мы видим среди мальчиков, которые погрузились в компьютер. Они на улице не идут. Зачем? Ну, им там хорошо. Поэтому они не идут. Говорят, ну иди погуляй, ну иди в футбол, ну там ребята. Нет, только тут. Он нашел. И он, конечно, вот тут недавно в Корее мальчик маму убил. Потому что, ну что мама, когда вот, она только мешается. Разве может так вот по замыслу Божию, чтобы мамы мешали жить детям? Странно. Ясно, что так не может быть. А раз это и есть, значит, это уродство. Очень многие люди, ну, думают, что вступить в брак – это то же самое, что, ну, иметь такую же маму, как и была. Только моложе она мне нравится, я еще могу с ней, так сказать, еще дополнительное наслаждение иметь, которое вот мне по возрасту уже полагается. А не то, что это там подвиг, уже не просто там что-то достигать там, а это служить этому человеку всем своим умом, всеми своими физическими силами, всеми своими навыками. Это есть путь любви, который вот с точки зрения Господа Бога не имел где преклонить главу на этой земле. И прожил очень короткую жизнь физическую, 33 года. И которая закончилась и предательством, и страшными мучениями, и несправедливым судом, и нестерпимой болью, вися на кресте, пробитым гвоздями, под палящим иерусалимским солнцем. Все то, к чему обычно человек стремится, там, быть здоровым, иметь дом, иметь благополучие, иметь покой. Он этого ничего не имел вообще. А трудился так, что уставал, что мог заснуть на корме лодки во время бури. Давайте попробуем. В шторм выйдите на лодке, на корму прилягте и поспите. Когда брызги тебя окатывают. И в этом состоянии он спал. Это же до какой степени 30-летнему мужчине нужно устать, чтобы во время бури, когда лодку мотает, и когда его обливают холодной водой ночью, чтобы спать и не просыпаться. Вот это труды. Смерть самая подлая, как только рабов беглых распинали. Все. Ученики все разбежались, один предал. Вот все. Полный как бы крах.
все то, что к чему стремится человек, ничего из этого не имел. И он нам показывает, что вот это любовь. Вот мужчина должен вот это дать женщине. Вот это. Вот это любовь. А жена должна быть ему, ну, во всем помощником. В его замыслах, в его планах, в его воспитании детей. Потому что воспитывать детей – это вообще-то не женская профессия. Опять вот то, что у нас там в Министерстве образования происходит, это есть извращение. Женская психика, она не может с этим справиться. Поэтому все эти истероидные тетки, особенно со стажем, говорят, в Англии, если человек 5 лет проработал педагогом, он не может быть свидетелем на суде, потому что он псих. Официально, закон не разрешает. Не знаю, правда ли это, но вот недавно вычитал. Понимаете? А у меня, говорит, 30 лет педагогического стажа. Не знаю, правда ли нет, но очень похоже. Потому что, ну, не женское дело костыли в шпалы забивать, быть снайпером, там, штангистом, понимаете, шахматистом. Женщина, конечно, при определенных усилиях, определенных дарованиях, она может и быть и премьер-министром, и некоторые королевы и царицы были прекрасными государственными деятелями. Ну, во всяком случае, не хуже мужчин. Это все вполне известно. Более того, при парализации, когда одна часть головного мозга бывает поражена, то другая может взять на себя функции. Как вот в Новгородском вече, когда вдова, она имела право голоса, потому что она глава семьи. Женщина много может. Женщина может даже шить и готовить. Хотя понятно, что повар и портной – это мужские профессии. Ну, и все главные там кутюрье – это все-таки мужчина. С этим ничего не сделаешь. Если мы посмотрим всех великих художниц и посмотрим всех великих живописцев, конечно, мы скажем, а у нас Мухина есть. Ну, конечно, есть. И Голубкина есть. Но это только подтверждает правило. Да, они гении. Но, может быть, это потому, что всех остальных перестреляли. То стреляли все-таки в основном мужчин. Суметь организовать себе внутри семьи какой-то уголок и себе собственный отдых, чтобы отдыхать от этого. Нет, наоборот. Это непрестанный, ежечасный подвиг. Угодный Богу. Только так, только через семью может для человека прийти спасение. Есть еще один образ жизни, но это удел избранных, кто может вместить это монашество. Но монашеская жизнь, хотя монахи тоже сбиваются в семью, единственное монашеское устроение жизни осталось в истории, это общежительное. Но это та же семья. Ну, ограничено, монах дает обет безбрачия, дает обет собственного хозяйства не иметь, дает обет послушания. Ну, что, собственно, уже идет из семьи. Как сын Божий, он послушен отцу, так монах, он послушен своему игумену. Вот. Но цель всегда, а само монашеская община, она называется братством там, или сестричеством, что все равно есть подобие семейной жизни. Ну, просто монашество, оно обращено к ангельскому миру. Вот ангелы, они устроены по-другому. Сегодня день Архангела Михаила, уместно об этом сказать. Слышали выражение? Ангельский собор и человеческий род. Большая разница. Каждый ангел, он индивидуален. Человек нет. Человек, мы единая семья. Если кого-то убивают в Африке, мы здесь это тоже чувствуем. Нам это тоже больно. Нам не все равно, что где-то там голодают, что где-то кого-то убивают, где-то мучают кого-то в тюрьме. Как теперь новое слово, оно такое немножко не по-русски звучит. Мы это переживаем. Там просто
этого не хватает, но мы уже знаем, что за этим стоит. То есть, что значит переживаем? Но в переводе на русский язык, значит, мы сострадаем этому. Ну, в той или иной степени. Если мы перестаем этому сострадать, мы уже и не люди, собственно, вовсе. И вот Богу угодно, чтобы мы научились любви. И дал для этого нам семью и создал нас для семьи. Семья как домашняя церковь. Поэтому мы должны этому научить наших детей. Поэтому я бы, была бы моя воля, я бы сделал главным предметом семью в школе. Потому что современная семья, она, к сожалению, не может не дать ни пример того, что такое семья. Потому что на самом деле дети подражают взрослым, и мы должны им не только рассказать, но показать, что такое семья. Мы должны их научить, делая это сами. Тогда вот старшие детки будут видеть, как мама делает вот это, как делает папа. Они смотрят на взаимоотношения друг друга. Они видят, что это ради любви. Они видят, как папа там уступает в чем-то маме. Мама как слушает папу. Какие у них отношения. Как они со своими стариками общаются. Вот бабушка там, комсомолка там 40-х годов. Вот. И у нее какие-то странные представления вообще о жизни, что надо. Но они видят, как с этой полусумасшедшей бабушкой, бывшей комсомолкой, они общаются. Как терпеливо, как вежливо. Как не дают ей вмешиваться. Вот этому всему дети учатся. Если этому не учить, но они воспринимают то, что находится в окружающем нас мире и поступают, так сказать, в пределы воспитания главных воспитателей Отечества Анфисы Чеховой, Лолиты Милявской и Ксении Собчак. Другого не... Ну и, конечно, сверху Дима Билан. Вот. Вот и все, что им остается. И они начинают общаться с друг с другом. Почему для них это такая сверхценность? Потому что у них нет сейчас братьев и сестер. У них нет тех людей, которых они понимают. Им одиноко, им скучно, они знают. И они уходят из семьи, потому что там только нет никакой любви. Там только нотации, попреки, занудство. И у некоторых родителей еще... некие какие-то странные престижные соображения. Они считают, что вот их ребенок должен быть первым. А если он там что-то двойку получил, то его надо, ну, как минимум, избить. Вот, и прочее, прочее, прочее. Вот, пока такая ситуация будет продолжаться, будет умирать семья, а вместе с ней и все человечество. И на смену, ну, какое-то время еще какие-то другие народы придут, у которых своя архаика, свое представление о семье, пусть оно иное, чем наше, но, по крайней мере, там она есть. Вот есть еще у нас тут вопросы. Хороший образец христианской семьи в России существовал до 17 года. Гнусная клевета на Россию. Ничего хорошего в этих образцах, которые описаны в нашей классической литературе, не было. Последний образ семьи, так более-менее, это в «Капитанской дочке». Взять хотя бы там Льва Николаевича Толстого, почитайте. Здравый разум не может понять, как правильно поступать. Воровать или прозябать в нищете. Ну, предпочтительнее все-таки в нищете. Но есть русская пословица: бедность не порок, нищета порок. Потому что вот я знаю много людей, знаю, которые вот в этой жизни они не только как приспособились, а из ничего создали свое дело и трудятся. Могу дать алгоритм. Стань хорошим сантехником. После тебя, чтобы не переделывали, и озолотишься. А есть еще, пожалуйста, стань хорошим плиточником. Клади так, как могут класть, ну, какие-нибудь сербы. Вот научись. И будешь миллионером. Если хочешь больше, стань хорошим каменщиком. На вес золота.
А если у тебя будет бригада в Каменщике, ты можешь людей организовывать, можешь организовать звено, ты бригадир, а у тебя 4 каменщика. Горе не будешь знать. Будешь работать 6 часов, будешь работать в белых перчатках, будет автомобиль. Все будет. Потому что строить в нашем государстве, это, ну, это просто печатать деньги. То, что каждый квадратный метр построен по себестоимости, его продают в 5 раз дороже. Но ты делай это качественно. Не так, как сейчас вот делает там современная индустрия. Там, построили, через полгода там разваливается. А делай качественно. И уже через 2 года о тебе пойдет слава. У тебя будет огромная база данных, заказов. Поэтому не обязательно быть в нищете. Да что угодно. У нас землище полно. Вон, какие-нибудь приезжают ребята из Кореи той же, голодной, и выращивают вот такой лук. Вкалывают. Смотрите, как китайцы работают. Как? И... Прекрасно. Поэтому нет, не считают совсем. Тут очень много всяких есть градаций. Семью-то кормить надо? А как же? Сейчас мы кормим, согреваем своим теплом, газом иностранного труженика. Но труженик тоже нуждается в нашем газе. Чего же нам не торговать? Если бы нам Господь не дал бы газу, нефти, золота, леса, мы бы все, господа, были бы уже мертвые. Поэтому надо этим пользоваться, а почему бы и нет? Там на все 6-миллиардное население планеты хватит газу. Если это все идет через нас, но это милость Божия и благословение нашим предкам, почему бы этим не пользоваться? Но наши предки на коняшках эту всю 6-ю часть суши колонизовали и не знали ни газа, ни нефти. Они были землепашцами. Они отвоевывали у леса непроходимого эти огромные территории и засевали поля. Они вкалывали, у них были по 12 человек семьи. Русскому крестьянину 100 лет назад, там большевички, они говорят, землю крестьянам. И ну, они пошли за ним, наивный народ. Потому что мужику что нужно было? Земля, а больше мне не надо квартира. Мне не нужно очередь там на квартиру. Это какие-то смешные вещи. Дай землю, я все построю. Я и скотину заведу, я и все выращу. Я и буду Европу кормить. Одна Сибирь давала сливочного масла в Европу столько, что превышала эта выручка, сумма Сибирь, больше, чем добывали золото в России. И это только на земле, только почва, гумус давала, скотоводство. А если бы им еще тогда и газ, то на платиновых автомобилях бы они ездили. А сейчас человек не может работать, он бы, может, и хотел, но у него нет воли. Потому что он родился в однодетной семье, мамочка его облизывает до 50 лет, она его устраивает на работу, освобождает его от физкультуры, чтобы он не устал, потом от армии. Поэтому будь армия хотя бы бриллиантовая или платиновая, никогда своего, моего ребенка, усатого и бородатого, никогда она в армию не отдаст, потому что там его могут обидеть, понимаете? Мой ребенок его там обидит, понимаете? Потому что он ребенок. Если Александр Невский Невским стал в 18 лет, ему вот дали такое звание в народе, в 18 лет, то сегодняшний 18-летний, что это? Такой червячок в наушник. Понимаете? Очень большая проблема даже у полностью обезумевшего нашего народа, самое главное, называется одним словом – малодетность. Потому что замкнутый круг. Малодетная семья, однодетная, даже двудетная, она не может воспитать мужчину. А если она не может воспитать мужчину, когда он женится, он бросит жену, потому что он это не выдержит, он не может совершать подвиг. Он может только быть облизываемым. Когда он найдет там вдовушку или неудачную там женщину, которая там 16 раз в гражданских браках побывала, и вот она будет его облизывать,
Вот, и ему наливать, вот, и кормить, и так вот, и с собой спать. Вот он с ней будет жить. А подвиг, чтобы воспитывать троих детей? Нет, он не может. Он вылизанный, и он этого лизания ищет и дальше. Чтобы его там лечили, чтобы о нем заботились, чтобы ему ни о чем не думать, чтобы вот даже он даже и на работу, он согласен ходить на работу. Вот, это он согласен. Там, ну, в компьютер поиграть, радио послушать, покурить, там, о чем-то там поговорить. Вот. Это да. А вот работать там, это трудно. Поэтому вот эта проблема, она, конечно, идет именно от этого. Потому что, а как же, надо ребенку дать образование. Он один, и мне... Ну, а понятно, если женщина стремится из семьи на работу, а дом-то остается пуст, как Господь сказал, «Се оставляется дом ваш пуст». От чего он пуст? От любви. Идешь по Москве, правда, сейчас чаще езжу, кром окошки горят. И в каком из этих окошек миллионов есть семейное счастье? Ни в каком, одни слезы. Кто это создал? Это мы сами. Как это изменить? Покаяться. Что значит покаяться? Изменить наши мысли по отношению к детям, к семье, к замужеству и так далее. Все переменить, потому что это все неправильно, это все против Бога. Это все, это наш главный грех. А не то, что там не то скушали, не то дочитали, рано с церкви ушли. Батюшка, а во сколько из церкви уходить надо, если я не причащаюсь? Вот грех. Там, отче наш или там по отпусту, а вот если я крест не успел поцеловать, а если я вот успел поцеловать, а с того ли стороны захожу, чтобы свечку ставить, ну, в общем, вот такие вот серьезнейшие проблемы ставят у верующих людей. Вот. А самое главное, к сожалению, утекает сквозь пальцы. Неужели все так уныло, что даже жить не хочется? Скажите что-нибудь доброе. А что, не смейте, скажу. Что есть доброго? Да, ситуация, надо сказать, паршивая. Но есть одно очень утешительное «но». Отец Небесный не стер нас с лица земли. Но наоборот, никто из нас не участвовал в свержении большевизма. Этот колосс рассыпался сам. Эта бесчеловечная идеология канула в лету. Причем так канула, что современные 20-летние, я имел такой опыт, был в одном университете военном, спрашиваю курсанта, это кто стоит? Вот не знаю, наверное, какой-то полководец. Тут, говорит, не написано. Я говорю, ну я вообще знаю, кто это. Карл Маркс. Кто это? Но вообще я точно, говорит, не знаю. Современный юноша, будущий офицер. У них там продолжает стелла стоит из черного гранита с башкой Карла Маркса. Он не знает. Понимаете, как здорово. Сколько они старались. Вот я, например, у меня в детском саду висел портрет там дедушки Ленина. Понимаете, а он не знает. Здорово? Здорово. Вот, поэтому нам Бог дал шанс. У нас вот есть время. Раз Он нам это дает, значит, Он нас, от нас что-то ждет. Поэтому на самом деле все не так уныло. Потому что все зависит от тенденции. Если мы сумеем эту тенденцию переломить, все можно гораздо улучшить. Ну, например, ну, представьте себе, вот я часто вот с военными общаюсь, я говорю, вы знаете, вот в воинском коллективе, ни рубля из бюджета не внося, можно улучшить внутреннюю атмосферу отношений. Да, говорит, как? Ну, я говорю, перестаньте ругаться матом, это уже будет очень много. У нас сейчас мы живем в состоянии демографической катастрофы. Вымираем по миллиону в год. Ну, представим себе, если все врачи будут встречать женщину в женской консультации
не тем, что склонять к аборту, а наоборот пугать ее абортом, то мы перестанем вымирать. А если все наши молодые женщины, которые оказались в интересном положении, родят детей, а не убьют их, то вообще у нас будет на 1-2 миллиона прибавка населения каждый год. А если мы все остальные поможем этим женщинам, потому что они в основном, конечно, без мужей оказываются беременными, так сказать, в воспитании этих детей, то тогда они не будут чувствовать себя одинокими, беспомощными, затравленными, брошенными. Но это нужно, чтобы каждый взял на себя подвиг. Поэтому очень важно, чтобы какая-то очень серьезная часть населения, но желательно мужчины, вернее, не мужчины, а тот жалкий остаточек двуногих, которым можно назвать мужчинами, взялись бы за это дело, то можно все этому делу помочь. Вполне реально. Раз Господь дает, и я вообще это все говорю не чтобы тоску нагнать, а наоборот, чтобы вот то, что ты можешь, надо постараться это сделать. Если сын в 26 лет не хочет жениться, хочу познакомить с хорошей девушкой. Правильно ли я делаю? Сын и эта девушка находятся здесь. Скажите что-нибудь мне в помощь. Сейчас. Ну, во-первых, какой смысл жениться, когда женщины так доступны, что если женщину, которая избрала себе это профессии, стоит, ну, в среднем $100, то женщина, которая не сделала своей профессии, ну, тут вообще, собственно, ничего не надо. Поэтому жениться как бы смысла нет. Вот в чем дело. В этом вся проблема. Древние говорили, по-моему, выражение относится к 8 веку. Если женщина потеряет стыд, то вообще никто не спасется. Понимаете? А современная женщина нам природный стыд вообще оставила. И сейчас современной женщине ничего не стыдно. Не то, что делать в потьмах, а потом в омут кидаться, там, как у Гончарова. А не стыдно даже по телевизору об этом рассказывать вслух. Вот. А некоторые даже показывают, как они это делают. Так что вот, поэтому насчет жениться вроде бы как бы и незачем. А если человек хочет пойти совершить подвиг, причем подвиг всей жизни, то тогда он и будет сам. А 26 лет это уже поздновато. Женить можно, ну, в 18. А так 26 лет, ну что, здоровый мужик. Вот, ну, раз ей хочется, бедный, это говорит о том, что он у нее единственный. А ей чего хочется? А ей хочется внучков. А почему ей хочется внучков? И если бы у нее было 8 детей, то младшему сейчас было 7. Ей было не до внучков. И нормальная семья – это 8 человек детей и 64 внука. Ни одна бабушка не знает имен 64 внуков. Ей не до внуков. А почему она так ждет внучков? Да она не дорожала. У ней огромное материнское чувство нерастраченное. Поэтому она все опять на своего 26-летия. Вот сейчас я его женю, вот он женится. Потом он мне родит еще деточек, они будут, ну, практически мои. Я молодая, и все вот, вот так. Вот, видите, все, вот, вот оно, вот иллюстрация. Вот. А я должен еще советы давать. И это просто смешно. Почему часто говорят о том, что якобы женщины сами хотят на работу? Как почему? Так оно и есть. А что будет, если она скажет, что не хочет работать? Что скажет муж? Но это надо выяснять до того, как он стал мужем. А свекровь, а родители? Свекровь и родители, конечно, будут говорить, хватит рожать, иди работай. Это понятно, они советские люди. Тут ничего другого и быть не может. Вот сколько я знаю, у нас в приходе многодетных семей, но все с родителями
Некоторые даже бедные женщины скрывают от своих мам, что они в очередной раз беременны. Потому что самый страшный враг – это, собственно, мамаш. Что общего между любовью человека к Богу и человека к человеку? В чем разница, если есть? Ну, в идеале нет. Вторая заповедь подобная есть. Возлюби ближнего, как самого себя. Если человек всей душой, всем сердцем, всем помышлением своим, всей крепостью своей возлюбил Бога, он, понятно, будет любить и творение любимое Божие. Потому что любящий человек, он всегда смотрит на мир глазами любимой. Что ей приятно и дорого, то ему приятно и дорого. Поэтому, если человек любит Бога, он на мир и на людей смотрит и божественными глазами. Не могли бы вы раскрыть немного, каким должен быть подвиг создания семьи, научение любви и самопожертвования? В чем он состоит? Из чего он состоит? Наверное, возможно создание семьи только при взаимном подвиге и самопожертвовании. Иначе получится рабство одного супруга. Да, конечно. В том-то и дело. Я же об этом говорил. Два человека вместе, понимающие очень глубоко, что это такое, выучившие, сдавшие экзамен, получившие пятерки, да еще видевшие это, как это делается, обученные этому, за это должны браться. Тогда ну, какой-то возможен результат. Он, конечно, ну, понятно, что дело, что вот в нашей жизни мы не можем достичь чего-то идеального. В любом нашем произведении есть какие-то несовершенства. Ну, вот нет совершенных зданий, совершенных романов, совершенных стихов, совершенных там, ну, не знаю, кастрюль. Ну, вот это невозможно. Поэтому и здесь, в нашем деле, ну, не надо думать, что вот если мы вот так возьмемся, помолясь, обязательно все будет идеально. Но дело в том, что если мы будем ради Бога совершать этот подвиг, Он нам поможет. Понимаете, Он. Если мы это делаем Ему, на Господи, смотри, вот мы стараемся, вот у нас сегодня вечером не получилось, ты нас прости, благослови нас, и мы пойдем дальше. Только так. Это подвиг возможен только ради Бога и в Боге. Для этого, собственно, венчание. А сейчас венчание как воспринимается? Ну, как некая такая церковная печать. Чтобы там человек не вырвался из этих тенет супружеских. Да это смешно. Я знал одну женщину в Царстве Небесном. Она, будучи некрещенной, повенчалась и про это забыла. А потом уже крестилась, воцерковилась, потом еще замужем была. Вот. А потом пришла, говорит, батюшка, вы знаете, со мной какой случай был? Я говорю, ну знаешь, милая, такое первый раз слышу. Вот, ну что, повенчалась, ну а что такое? Ну, забыла, что венчалась. Серьезно? Забыла, что венчалась. Вот такая была наполненная жизнь. Я сказал, чтобы вот была какая-то некоторая сакральная санкция. Но он формализм такой магический. Это не просто формализм. Здесь присутствует что-то потустороннее. Но это чистая магия, потому что эти жених и невеста, они стоят в полуобморочном состоянии, они не понимают этих текстов. То, что мы читаем, в них не проникает ни слова. Просто существует какой-то такой акт, нужно, во время которого нужно поглядывать на жениха, потому что они часто рухают просто. Просто падают в обморок. Частенько такое явление наблюдается. Ну, они вообще слабенькие. Мужчины – это что-то неудобовразумительное. Не в обиду присутствующим. Это все там они. Ну вот, собственно, поговорили. Спасибо вам за ваше внимание. Если какие-то еще темы заинтересуют и будут в пределах моей компетенции, хотя понятно, то, что я вам говорил, это совершенно все ненаучно. Я абсолютно не богослов, даже не кандидат.
просто вот, ну, некоторые такие размышления, потому что я вот, ну, в этом процессе, который есть священническое служение, нахожусь уже более 30 лет, много чего нагляделся, поэтому вот анализировал так и вот решил поделиться. Это все, что я вам рассказывал, это мое мнение. Тишина. Народ безмолвствовал. Веселей. Все не так-то плохо. Это просто у меня манера такая страшная. Некоторые даже, однажды сказали, великий и ужасный Дмитрий Смирнов. Как Урфин Джуз. На самом деле я совсем не страшный. Кто меня близко знает, ничего, вполне переносит. Да, большое и вам спасибо. Поедем дальше.